Моя, вот смотрите, фарш, щавель, зелень, джусай, лучок, такой лучок, яйцо домашнее, там вот тесто, здесь бульёшку грею, точно будет борщ. Так, народ, у нас все по-честному и без обмана, смотрите. Да я вот все намолотил. Хопочки. Так, многие вот пишут этот. Поменяй этот доску. Я был в Питере и капец мне понравилось. Ну ее берешь вот. Раз хочешь в этот, есть большие доски, хорошие, которые, ну, стоят, ну, неудобно. Все на, ох, все, побежал. Грызу морковку. Вот я о чем говорил. Посмотрите, бульёшка. Раз, удобненько. Этот, морковку, ой. Лучок резал не только для мант, но и для супчика. Борщ зеленый. Во. Так, други мои, чуть-чуть фарша стырил с мант. Оказалось так, что заготовок мяса нету. И борщ зеленый с фрикадельками. Больно выдумку хитра. Do you speak English? Do you. Опять недельная заготовка. Потом неделю буду питаться. Жиденько, как знаете, я обожаю. Вот такие вот дела. Борщ зеленый с фрикадельками. Тут вот зелень нарублена, щавель отдельно. Зелень потом, не всю, конечно, добавим. Стебли щавеля обязательно. Они дают кислиночку. Такую шикардосную. Ох. Мама дорогая. Так, подготовка. Яйцо взбиваем. 5 яичек домашних. Вот закипели, помешали, и прям вот, ох, ё-моё, чую, будет классно. И вот в кипящий, вот так по кругу заливаем. Опачки. Помешаем, чтобы яйцо, о, как сделал. Сейчас покажу красоту эту. Вот это, мама дорогая. Так, други мои, вот смотрите. Укропчик. Лук зеленый. Чуть-чуть кинзы. Вот так, смотрите, по часовой стрелке, вот именно по часовой стрелке. Два раза вот так повернули.
Ложечку обязательно вот так стряхнули. Сейчас только забулькотит, сразу отключаем. И он будет насыщенно. За нас, за вас, спецназ. Еще там кто-то говорил, спецназ. Владикавказ, короче, за всех нас. О, смотрите, шапочкой начал подниматься. В этот момент, шух, отключили. Дегустация. Блин, ну как? Как вам? Консистенция. Так, друзья мои, ну все. Все, дегустация. Блин, я вот эту поворачиваю. Капец, как мне. Мама дорогая. Мама дорогая. Так, друзья мои, ну чё, все, погнали наших городских. Блин, вот сейчас показываю супчик, вот так супчик, а вот так домашнюю сметанку, вот так вот, раз, хоп. Дегустация. Так, на соль надо проверить. Что там на соль не проверил, ё-моё. Мне не хватает чуть-чуть, но, блин, вещь. Все, будьте с нами, лайки, майки, драйки. Супу вкатили, теперь за манты. Вечером банька, как обычно. Так, мы пропорции, вот говорят, один к одному, мы будем ориентироваться от джусая. Вот джусайчика у нас. Порция. Такое же количество лука. Так, ну и миска. Теперь такую же равные доли будут. Секрет еще приготовления мант. У меня вот от отца остался. Фарш на манты. Нельзя мять. Можно вот так вот просто рыхлить. Не знаю, там давайте кто. Правильно, нет. Нельзя мять, чтобы он такой был. Рыхленький. Так, друзья мои, у меня фарш был присолен. Слегка соли дал. Теперь вот кинзу, ой, зира перемолол, тоже для духу сейчас дам, так, для духу чуть-чуть. И еще хочу, вот сегодня хочу с кинзы сделать, и кинзу добавляю. Раз, и опять вот, посмотрите, вот легкими движениями. Чтобы фарш был не присплюшнутый, приплюснутый, не так правильно. Консистенция, смотрите какая. Блин, фарш тут, по-моему, мне на 3 дня. Завтра еще чебуреки, наверное, делать буду. Мясо разбиваем. И вот так летаем. Вот показать хочу. Такая красота. Все, погнали, лепка. Так, друзья мои, вот посмотрите, вот так вот налепил. Вот здесь даже подлечил. Вот здесь тоже, видите, подлечил. Вот подлеченный. Ну, погнали. Так, друзья мои, берем аккуратно. Аккуратно выкладываю. Так, друзья мои, вот, короче, опять забыл.
Опять. Нет, не опять, а снова. Для контента. Посмотрите. Раз. Хопочки. Хопочки. Тут... О, опять что-то поторопился. Посмотрите, один к одному. Сейчас одну мантишку покажу поближе. Делаем пополнее, потому что вот там они травка, лучок, а где моя морда, во. Други мои, ну вот такой коленкор. Посмотрите, раз, хоп, кипящая вода. Погнали наши городских. Ох, и трудная эта работа из болота тащить бегемота. Посмотрите, потом только мне скажите, что это не мной накатано тесто. Так, вот смотрите, раз, вот так вот. Так, 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 сейчас, секундочку, тут подработаем, ага, вот, толщину, все, теперь берем, просто вот так раз, закатываем, хоп, и смотрите, раз, 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 выровняли. Что мне тут? А, мойка закон. Ё-моё, везде, везде не успеваю. Посмотрите, хоп. Раз надрез. Два надрез. Три надрез. Четыре надрез. Берем средний. Самый большущий. Выкладываем. К нему опять средненький. Тоже выкладываем. И потом уже крайние. Хопочки. Хомочки. Хомана. Вот так вот, друзья мои. Теперь берем. Раскладываем. И аккуратно. Вот смотрите, вот эти места, вот они как лечатся. Опачки. Так, вот перед каждым, ну как, раскатываемым листом нужно обязательно фаршик вот так вот раз и раскладываем с любовью. Бережно смотрим от состояния листа, где-то побольше, где-то поменьше. Собираем пирамидку. Чик. Вуаля. Так, народ, ну а это заготовочки пойдут у меня в холодильничек. В морозилочку посмотрите, раз. У меня тут все отработано. Вот так вот берем, открываем, пар запускаем. Ой-ой-ой-ой, что-то там. Раз. Там за край беру этого, как его, пленочки. И снял вот так вот. Вот такая заготовочка получилась. Хоп, друзья приедут, а у меня все готово. Минута X. Сейчас покажу вам. О, смотрите, хоп, почти красота. Так, ну, посмотрим. Сейчас я каждый мантин достаю. Сейчас аккуратненько вот так вот. Нет, так не получается. Как обычно делаю, так и буду делать. Вот так, друзья мои. Опачки. Это туда.
Вот такая красота, морда красная, только с бани. Что еще нужно, чтобы встретить старость за стол? Так, други мои, еще сдобряем вот перепелиным яичком. Оно везде идет. Так, други мои, все знают, я тоже знаю, что манты кушают руками. Ну как это, как вот тут поджарочка Made in Odessa с фабричного. Мама дорогая, посмотрите. Какие сочные. Сочные восточные. Будьте с нами, ставьте лайки, майки, драйки. Други моя, банька, попарился, мантишек поел. И потом вот, смотрите, травку скосил, все, убрался. Субботний день, будьте с нами, трудолюбивый дед.